сегодня выдался. В такой-то день и работать-то грех. День знатный, в такой только и работать. Только бы ветром тучи не нагнало, он темнеет на горизонте. Торопиться надо, как дождем не накрыло. Вот передохнем, да поторопимся. День только начался, успеем передохнуть. Тетка Матрена, а ты мне тут дисциплину не разлагай, лучше вон за щами следи. А то приедут мужики обедать, а у тебя не готово еще. Да успею, еще время есть, Ольга Петровна. Ой, уж больно ты серьезная, Ольга Петровна. Не пошутить с тобой, не посплетничать. Ну, прям как будто не из нашего теста, не из бабского. Степанида, ты совесть пойми, уж ты меня нашутковалась, а? Глянь, вон, чуток совсем остался. Что, его бросать, что ли? Вот ты бригадирша, ты и старайся. А у меня совесть только после квасу просыпается. Тетка Матрена, ну давай уж свой же банку с квасом, где он? Несу, Снешенька, несу. На, попей холодненькую кружку, сейчас дам, сейчас. Да не заедайся ты, Степанида. В следующий раз, глядишь, и тебя примируют. Как?
как же, примеры. Мы у колхоза не на том счету. У нас передовиками не становятся. У нас их правление назначает. Назначили тебя, да Павла твоего. Вот и таскают вас по собраниям, да нахваливают. Ах, Павел у нас знатный тракторист, две нормы в смену дает. Ах, Ольга у нас достойная колхозница, не отстает от мужа. А чем и других-то лучше? Ох, Степанина, твоим бы языком косу траву косить, а не мужику бриться. Болтай, что не попадя. Вот не зря тебя твой Федька поколачивает. Ох, не зря. А ты, тетка Матрена, за мои бока не переживай. Бьет Федор, значит, любит. Хороша любовь. Обидно будет. Деток Бог нету. А на Бога у меня обиды нет. Так и Бога нет. Это научно доказано. Ишь ты, доказано. А кто хоть доказал-то? Советская власть доказала. Верить в Бога, значит, быть отсталым. Ненка, цыть, глянь. А я вот, Стеша, грешным делом, как мимо церкви нашей иду, гляну вокруг, если нет никого, то и перекрещусь, и в поле бывает, отвернусь и отче наш прочитаю, пока Ольга не видит. Вот и ты ее боишься, хоть и старше. Ну, не то чтобы боюсь, а как-то неудобно, что ли. Пообедали, пора и за работу, а то и впрямь дождь грянет. Да ну, стороной пройдет. А вот и не пройдет. Вчера дед Авдей засуху обещал, а если Авдей обещает, то все наоборот случается. И то правда. Это ж не Авдей, а кара небесная. А помните-ка, на прошлой неделе он всем разболтал, что артистка из района приедет, мол, известная певица. Все после работы домой не зашли, к сельсовету побежали. Точно. И я, как дура, полная корзина цветов нарвала. Во-во. А приехал этот, как его? Нинка, лекарь, что ли? Да не лекарь, бабушка, а лектор. Во-во. Лектор. Цельный час. Все тут что-то рассказывал, рассказывал. То про луну, то про звезды. Моя красавка неподалеку послась, так у нее чуть молоко не скисло. Да. Вот как чё сболтнёт наш дед Авдей, так и думай, соврал, аль нет. Ох, попадись, а он мне этот чертов недоросток. Не посмотрю, что старый, так отхожу ополовником, что всё своё враньё забудет. Ой.
отвечать придется, Йоксель Моксель. А я вот тебе сейчас этим инвентарем отвечу. Ох, как отвечу. А ну, держите его, бабоньки. Матрена, что это ты нонче разошлась? Не к добру. Не к добру ты вчера на речке за девками да бабами поглядывал, старый скрыш. Ах ты, паскуда старая. Я тебе... За бабами на речке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че ты там в этих бабах-то на речке не видел? Я-то ты меня, Матрена, с кем-то спутала. Как есть спутала. Да с кем же тебя спутать-то можно, а? Кто у нас еще такой бравый на селе, а? Ну, вот, например, с Федором, точно с Федором испутала. А ты мне Федора сюда не приплетай, а то я тебе артистку районную припомню. И засуху вчерашнюю. Да. А ты, Нинка, была еще в погоде разбираться. А чего тут разбираться? Говорил, засуха, а вон, гроза идет. Природа, она постоянное движение имеет. Ее как курицу за хвост не поймаешь. Ты тут зубы-то не заговаривай. А ну давай при всех за рог, что больше на речке подглядывать не будешь. А? Ну-ка давай, быстро. Ах, дуры бабы! Бабоньки! 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 Война! Господь с тобой, девка, ты что там? Стало за тракторы сажать. Одни бабы остались до старики в селе. Ну ты, Ольга Петровна, ежели чего, на меня рассчитывай. Я еще при царском режиме лошадью управлял. Че это я этого железного коня не усвою? Ну уж не это, Авдей Акимыч. У тебя и так должность важная. Лучше никто не справится. Сторожи поле, как сторожил. На тебя вся надежда. Умеешь ты, Ольга Петровна, людей уговаривать. Не зря тебя народ за место председателя выбрал. Вот вернется с фронта Алексей Иванович, колхоз не узнает. Ох, не узнает. Ну да ладно, Ольга Петровна, пойду я. Дел у меня еще много. Сейчас это мой долг. Долг, говоришь?
я Павла своего на фронт проводила, а сама тут осталась, то и долг свой забыла. А другие? Выходит, ты одна у нас на долги честная. Тетя Оля! Молчи и слушай, что тебе говорят. Твой долг сейчас здесь быть, в тылу, и Мишку своего ждать с победой. Не просто ждать, а работать, так, чтоб скорее пришла та победа. А уйдешь ты на фронт, кто вашу норму давать будет? Тетка Матрена или дед Авдей? Так я... Ты учиться хотела? Будет тебе учеба. В тракторную бригаду пойдешь. Будешь вместе с другими трактор осваивать. Некому стало землю пахать, Нина. Наше это теперь дело, бабское. Вот и выполним свой долг и перед Родиной, и перед мужиками нашими. Пойдем, Нина, пойдем, моя родная.